Агроэкотуризм – сфера, притягальная не только для особных жихаров, а для шмат таких предприемств. По великим рахунку, проблем при реализации проекта может возникнуть всего две. Необходимое укладание перевысить финансовые мощности предпринимальника, те не отрывается пропоновать комплекс соправды запотребованных послуг. Тут так само необходимо все пролечить, уречься, как и любые иншие вид деятельности. Агроэкотуризм повинен приносить прибыток. Осуществлять деятельность с постановкой на учет в налоговой инспекции планировали в 2015 году 28 человек. За 15 год ими было заключено около 553 договора на сумму около 1 миллиарда белорусских рублей. А посетили наши агроусадьбы 3372 человека. Водосховище Михайловское у свой час будовали для створения стратегичных запасов воды, хоть до завершального этапа работы не довели. Проект оказался нерентабельным, зато и в Гомельском районе заявился неповторный куток природы. Бодай самый великий плюс отчинного агроэкотуризма – некранутая природа, не глядячи ни на что. Значимость такие кутки все еще не проблема. Махчима, у нас меньше теплых дён, чем у паўднёвых краинах, але и в этом есть своя прыгажосць. Подчас одного из гомельских форумов погоднение об узведении на березе водоема агроэкотуристичного комплекса заключила гомельская будовничая фирма. Кажут, что звернули увагу на этой мястины году 15 тому. Теперь заявилась мощность реализовать мару. Обрача узведения домов для туристов, компания посадила тут уже около 2000 древ и выпустила у водоема маль 40 тысяч тонн рыбы. Различенная на 50 человек, комплекс, який отримал назву «Славянский свет», будет працевать по принципе «усё уключено», починаючи от мощности отпочивать сярод сопротивления. Правды не кранутой природы до самых разностайных забав. При этом ориентация на звычайные семьи с Беларуси и близкого замежа. Пеших туристов тут планируют принять в наступном годе. Тут не будет таких заоблачных цен и тому подобное. Тут контингент простой. Семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются. Женщина либо купается, может на лошадях покататься. Мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Всем, чем хочешь, здесь можно сделать. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».